Давайте разобьем тут лагерь. Ты уверена? Это очень серьезное решение. Я определилась. Давайте сменим базу. Бич! Здравствуйте, дорогие подписчики зрительного канала. С вами снова Кромвелл. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием State of Decay. Давлен. Приветливый. Обеспокоен. Грубый. Заботливый. Раздраженный. Караул. Знаток оружейник. Смотри, трое уставших. Жалкий, жалкая. В смысле, в каком смысле? Строитель, стрельба. Устал. Дрочливый. Ну и команду я, конечно, собрал. Ну чё? Берем нашу золотую женщину, так сказать, да? Это та самая быстрая, самая сильная, самая наша женщина, которая лучше всех, скажем, в некотором смысле. Так, у меня 5 пилсов, это слишком много. Ой, у меня тут много лишнего. Вот это можно скинуть. Это скинем. Что еще скинем? Это все скинем. 18 пуль. Ну, в принципе, должно хватить, но я 20-ку все буду держать, пожалуй. Так, хорошо. У нас сегодня, дорогие подписчики, переезд. Я наконец-таки нашел все, что я искал. И теперь у нас действительно мы сможем полноценно переехать. Никаких проблем у нас быть не должно на этой почве. Так, открывай. Правда, у меня останется только 10 ресурсов строительных после этого, но ничего страшного. Надо будет застраиваться. Ух, 1000 влияния почти что набрал. Набрал уже, собственно. Так, это не Рево, это обычный дробовик, и хорошо. Ревовский, конечно, это прикольно. Смотрите, какая у нее длинная стамина, ну, выносливости. Самая длинная из всех, что я видел у нас. И очень длинная стамина жизни. Тоже длиннее я ни у кого здесь из наших не видел. Так, тут три, кстати, по пути мы подберем три ящика, чьих-то рюкзачков, по возможности. Надо было взять с собой, наверное, отвлекающие эти штучки. И вообще их надо с собой брать всегда. Я их не беру, и очень зря. Они бы мне очень сильно пригодились. С помощью них я бы мог, наверное, действительно спокойно лутать места. А я очень плохо, что я ими не пользуюсь. Я постараюсь в следующий раз как-то помнить о них, потому что они действительно очень сильно могут выручить меня. Вот. Переезд. Переезд нам сейчас нужен, необходим, потому что у нас спальных мест даже не хватает. У нас 12 человек, а спальных мест, по-моему, 8. Представляете? 4 человека просто где-то шатаются все это время. Они не могут спать. Это, я считаю, большое упущение. Поэтому, как мы приедем, я сразу начну с коек и форпостов. Самое главное, это чтобы могли спать и защищаться. А потом уже все остальное. А, ну и, естественно, лечиться. Блин, я надеюсь, все с самого нуля не придется строить. Если придется, то это придется очень сильно много инструментов тратить. Очень много стройматериалов приносить. Ах, это плохо. Очень плохо. Но все равно мы справимся. Здесь было в прошлый раз очень много зомби. Давай-ка быстренько справимся с этим, я надеюсь. Так, раз. На базу. Угу. А что я там нашел, непонятно. Просто вещи, они никак нет. На базу. Второй мешок. Что в этих мешках, мне неизвестно. Вот зомби уже один, видите, проснулся, блядь. Все. Тут трое людей умерло здесь, к сожалению, по моей вине. Я бы отказался от задания. Или, я не знаю, убил бы волкерценов сам с удовольствием. Но кто же знал, что они такие уроды? Я, конечно, подозревал, но не знал, что настолько. Не просто так же мне говорили, что типа, блядь, не надо с ними разговаривать, они чокнутые, они ненормальные. Зачем ты вообще этим занимаешься? Так, аккуратно. До свидания. Слушай, это довольно долго эта машина живет. Если, в принципе, очень-очень-очень-очень-очень аккуратно с ней обходиться, то она довольно реально живучая будет. Но, опять же, это раз на раз не приходится. В лес заехал, пару раз стукнулся, все, она у тебя уже дымится. Неприятно, неприятно. Слишком уж как-то хрупко. Даже для таких машин. Пускай и не боевых, не против зомби-апокалипсисных таких. Ну, ладно. Дорога нам предстоит длинная. Дел у нас предстоит тоже сегодня очень много. Как всегда, собственно. В зомби-апокалипсисе не заскучаешь. Это, кстати, порт, который мы пропустили, чуть не пропустили. Так. Не трогай, блядь, эта машина и так много терпит. Довольно долго. Сейчас аккуратненько вот здесь проедем. Так, оп. Тут на въезде меня обычно встречают всякие сильные зомби, но сегодня, видимо, они отдыхают. Пошли подгрузочки знаменитые.
State of Decay-евские. Так, сейчас главное не проглядеть то место, в котором я хочу быть. Вернем. Надо будет еще форпосты ходить закрывать. Или я могу их через карту уничтожить. Надеюсь, можно через карту. Так, на ту сторону можно проехать отсюда? Где я? Да, именно отсюда и можно только. Ребята, не прыгайте на машину, пожалуйста. Так. Теперь ищем, ищем. Да, это вон мой синий. Я уже знаю, куда ехать. Хе-хе-хе, я все-таки запомнил. Теперь чуть ли не с первого раза сюда приезжаю. Очень огромная территория. Людей здесь понадобится и, в принципе, вместиться, вмещаться будет достаточно много. Это хорошо. Реально удобное место. Так, готово. А я не скинул рюкзак. Надо скинуть, наверное, его сначала, чтобы мне не мешал. Готово. Так, теперь пока нету зомби, надо быстренько сюда зайти. Так. Я хочу здесь базу, переместить базу. Давайте разобьем тут лагерь. Ты уверена? Это очень серьезное решение. Я определилась. Давайте сменим базу. Бич! Добро пожаловать на грузовой склад Снайдера. Вот это мне нравится. Как бы мне следовало нам остановиться, надо было свалить из этой долины, возможно, в город. О, да! О, май fucking да! Наконец-то я это сделал, мать твою. Че ты хочешь? Джейкоб, чё у тебя, какое задание ко мне? Боевая подготовка. Нет, Джейкоб, подождешь. Подождешь. Ну все. Так, что у нас теперь есть из нашей базы? Ни хрена у нас нету. Действия возможные. Строительство, кровати. Поехали, строим кровать. Так, что здесь? Строим. Самое важное, надо строить сразу. Чё это такое? Склад грузоперевозок Снайдера. А чё он дает мне? Неизвестно, но мы его построим. Так, здесь можно хранить много вещей, просто надо здесь убраться, и будет отличный склад. Туда. Сразу, блядь. 69 у меня, кстати, не кончилось. Почему-то у меня не отобрало мой этот. Я думаю, ладно, окей. У нас аж 4 парковки. Хо-хо-хо. Так. Форпосты. 2. Теперь у меня доступно 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ебать! Просто 8 форпостов! Нахрена так много? Скажите его, я скажу вам тоже. Действительно много. Так. У нас мало кроватей, нужно будет вот здесь тоже 100% кровати поставить. Если вы не хотите, чтобы люди не досыпали, обустройте спальню. Мы, естественно, это сделаем. Я построю спальню здесь. 9 минут это будет, хорошо. Здесь готово. Так, форпост надо сюда поставить 100%. Возможно, и так. Мне нужен форпост. Где вышка-то эта? Не вижу. Столовая. Медпункт еще нужен. Почему я не могу поставить вышку? Возможные действия. Подожди. Базовая мастерская, оборудование, спальня, медпункт, стройплощадку. Стройплощадка, может, нужна? Заняться... А, это нет, это херня. Так. Хранение. Урожай. О, урожай. Блин, может, мне не надо строить? Может, оно все автоматически уже стоит там? Давайте проверим. Просто я не знаю, мне же нужны вышки боевые. Или у нас типа все так классно, что нам вышки не нужны. Внезапно. Чуть я не вдупляю немножечко. Типа, ну их нельзя ставить в любом случае, окей. Невозможно, сооружения не могут быть улучшены. Что есть, то есть. Почему нельзя? О, не надо. Консервировать еду. Хотя, подожди, может надо, но я не хотел пока. Как это отменить? Блять, где консервировать еду? Нужно научиться делать так, чтобы еда не портилась, маринованное соление, консервирование, только разных способов можно экспериментировать. Хорошо, ладно, это не в минус. Окей, но отменить это тоже нельзя, это тоже не очень хорошо. Так, медпункт я бы хотел внутри где-то сделать, но придется снаружи. Ладно, вот здесь будет медпункт. Оборудовать медпункт, поехали. Здесь будет у нас столовая рядом с медпунктом, нормально, я думаю, самое то. Здесь у нас будет... О! Вышку можно поставить. То есть в определенном месте. Только здесь вышка может быть. Хорошо. Обязательно строим вышку. Так, еще 2 места. И здесь у нас уже все. Уже потихонечку. Потом надо будет рассуждать и думать. Пока. Вот да. Правильно. Вот именно так. Как она сказала. Все, в принципе. Я точно так же сейчас думаю. Так, насчет тех форпостов. Что вообще с ними? Что? Почему там написано, кстати, на секундочку? Что там написано?
Форпост 1, форпост 2. Ловушки готовы, ловушки готовы. Это, конечно, здорово, но смысла в них сейчас особо нету. Сейчас мы возьмем и... Знаете что? Где карта, блядь? Нету карты? Форпост. Так, снять часового с форпоста, сдать это место зомби. Конечно. Именно так мы и сделаем. Этот форпост сдаем. Снять часового с форпоста. На это целый человек уходит, чтобы вы понимали. Если я поставлю слишком много форпостов, я останусь без людей. Нам нужно будет сейчас вставить форпост вот сюда. Автозаправку вот сюда. И вот сюда. С этой стороны тоже можно поставить форпост. И мы будем со всех сторон окружены форпостами. А это значит, что к нам толпы зомби подойти не смогут. Именно это и значит. Хорошо. Строители строят, все люди вроде как заняты, все у нас хорошо. Ребята отстреливают. Он долбится. Вышки пока нету, к сожалению, она строится. Он вроде и без вышки справляет, но тут все такое. Ну ты типа такой забил, да? Давай помогу. Спальня, отлично. Ну теперь все спать смогут. Спальня теперь в достатке. О, смотри, Лола не перелезать могут через это говно. Так она же... Что? Вот это, конечно, ГГ. Этого я, блядь, вообще не ожидал. Есть кто-нибудь в здании суда? Наши разведчики сообщили, что к нам приближается многочисленная группа зомби. Может, с своими долбанными часовыми просто... Блядь, хорошо. Эй, есть кто-нибудь? Кажется, они в беде. Возможно, ты протянешь им руку помощи. Ух ты. Ничего себе. Вот чего я бы точно не хотел. Смотри, они перелезают. ПКД теперь. Что теперь делать? Постоянно убивать? Надо ставить здесь этих форпосты. 100%. Сейчас начнем. Вот с заправки этой дерьмовой. Умри. С 3-4 ударов. Я хорошо разбираюсь. Так. Начнем с заправочки. Здесь нужно поставить форпостик. Так, мистер зомби, что вы здесь забыли? Ты живучий зомби. Так, я хочу поставить сюда форпост. Блять, не выходит. Так, обосновать форпост, вызвать собирателя, метка стрельба, доставленный транспорт, строительные рекомендации, консультация врача. Форпост. Другой раз. Необходимо обыскать это место. А, понял. Хорошо. Бля, ребята, а как насчет помочь мне, не? Я сам совсем разберусь, да? Я крутой парень. Видимо, я действительно крутой парень. Сам совсем разбираюсь. Так, прошу прощения. Так, иди-ка ты нахер. Опять я ничего не обыскал. Она прошла сквозь дверь. Чудеса, блядь. Можно я хотя бы одну полочку обыщу? Ну, пожалуйста. Ну и игра. Думаю, следует укрепить оборону, на всякий случай. Полностью с тобой согласен. Почти на месте. Угу. У меня много еды здесь, типа. И зомби. Вам что больше нравится? Так, ну как же ты меня доебала. Бая, зомби, умри. Я хочу просто обыскать. Откуда они вообще берутся? Можно возле базы хотя бы чуть реже появляться? А то что-то у вас слишком много, не? Так, еще еда. Делишки. Почти на месте. Хожу вот, перекидываю туда-сюда рюкзачки, как сумасшедшие. А стамина что-то не хочет останавливаться. Так, ну и все, у меня почти тут... Фу, куда скидывать? Где здесь этот... Остановочка. Мне написано, что там чуть ли не... Вот место паркинга, например, да? Так, ну-ка, если я заеду вот так вот чуть-чуть назад... Строительная работа не по графику. Не говори, что я ничего не делала. Что у тебя? Став, да, стафа достаточно. У нас тут небольшая заварушка. Мы знаем базы, но для цели нужно чуть больше. Найти способ. Координаты найти другой способ будет быстрее. Подожди, пожалуйста, я просто немножко занят. Видишь, чуть-чуть, самую малость. Тут у меня зомби прямо под боком. О, спасибо, вот это-то нормально. Требуется сооружение. Бэй. Какое сооружение? А, мне нужно типа что-то построить будет. Как же у меня много всего. Увидимся. Куда же мы денемся?
действительно. Блин, а тут много, похоже, всего в этой заправке, да? Достаточно, да. Пока обыщешь, тут заколебешься. Так, это сюда. Пока сюда, это все сюда. О, они все стакаются отлично. Хотя бы так. Еды можно с собой брать достаточно. Только я что-то обычно этим пренебрегаю. Как обычно. Как обычно, все обычно. Почему я не могу обыскать? Типа, вот эти полки надо обыскивать. Здесь нет ничего, здесь ничего нет. И что здесь обыскивать тогда? Так. 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 Вот здесь что-то было, не? Почему? Я не понимаю. Вы видите, что она горит? Она горит. Она такая, типа, давай обыщи меня. Я обыскиваю, она такая, типа, здесь ничего нет. И здесь ничего нет, но она тоже горит. Ладно, чудеса какие-то. Предположим, все тихо. Ну, теперь можно? Пожалуйста, пожалуйста. Хочу форпост здесь. Так, это через аль делается. Форпост. В другой раз. Необходимо полностью обыскать это место. Да ёб твою мать. А чё, оно не полностью обыскано? Вот теперь оно аж здесь. Ну, вот теперь можно форпост? Так. Форпост. Ёб твою мать. Но она не хочет обыскиваться, ты понимаешь? Типа, я хожу, оно подсвечивается, но при этом не хочет искать ничего здесь. Я, типа, может быть, дурак? Но вы посмотрите на это дерьмо. Я хожу, и оно такое, типа, ну, пофиг мне. Я игра, мне виднее. Здесь, видимо, не будет форпоста, потому что игре так хочется, блядь. А, хотя еще кое-что может быть. Может, здесь можно колонки обыскивать? Не? Да не. Там ничего не поднять, здесь ничего не поднять. Сверху, может, еще что-то есть, конечно. Я, может, что-то упускаю. Может, теперь надо сверху лутаться. Ну, как вы видите, здесь тоже ничего нету. Напрашивается вывод. Что за хрень происходит, блядь? Ладно. Предположим, это место нельзя все-таки оборудовать. Ну-ка, подожди, может быть... Естественно, нет. Да, хорошо. Тогда вот этот вот магазинчик. Может быть, он? Может быть, что-то изменится? Чудо какое-нибудь произойдет, я не знаю. Потому что, ну, блядь, серьезно. Ну что за дерьмо? Ты обыскиваешь, оно не пропадает. Какая-то дичь происходит. Дичайшая дичь. Ладно, заберем тогда сейчас сначала вот это все. Пойдем скинем это все дерьмо. Там-тарадан. Требуются пилы, листовой металл. О боже, где я все это найду? А где находится, подождите, в какой теперь стороне скидывать? Ага, понял. Буду знать. Что-то принес еще. Та-та-та-та-та. Готово. Пайков у нас хренеть как много. Ой, кстати, теперь все помещаются. Прикинь, теперь нету этого. Теперь их не слишком много. Теперь уже все хватает, потому что я открыл там этот. Вы поняли, что я открыл. Так, нужен медпункт. Наблюдательная вышка. Всякие предметы искать. Но сначала форпосты, естественно. Форпосты, блядь, я хочу форпосты. Почему они не хотят в ответ меня? Почему они все прячутся и не работают как надо, сукины дети? Ладно. Я поехал. У нас прямо на зомби, на территории зомби гуляет. Как вам такое? Так, сейчас мы аккуратненько сюда заедем. Оп! До свидания. Давайте, ребята. Все, кто хочет, не стесняемся. Заходим по одному. Можете, конечно, побольше чуть. Сколько? 3, 4, 5 человек, да? Хорошо. Давайте, давайте, ребята. Так, ага, две еды. Тихо. Так и думал я. У меня есть одна небольшая идея. Давай, иди сюда. Ну, естественно. А почему бы не залезть, да? Покажи нам рок-н-ролл. Я не могу его ударить. Ну, упади с нее, пожалуйста. Ну. Ну уже, друже. Боже, какой ты тупой. Не зря тебя зомби называют. Готово. Так. Сейчас обыскиваем эту сторону. Ничего нет. Идем дальше. Вот там кое-что есть. Это оружейная, кстати. А, нет, это просто... Ух ты, нихера себе. Вау, 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 вау. Какие удары. Кухня есть. Мы строили строительство кухни, закончили. Хорошо. Так, тут у нас пилсы одни. Это того стоило. Так, ну чё, залетаем меня и получай. Так, здесь я обыскал, получается вот здесь вот. Все, кажется, у меня гости. Да, кажется, они постоянно здесь тусуются, эти ребята.
Так, давай иди сюда. Сейчас я уверенность, пока тебя не убьют, не смогу здесь форпост открыть. Ну почему нельзя, блядь, залезть по-человечески на меня? Я не знаю, зачем ты лезешь на стойку? Все тихо. Форпост. Думаю, мы... Отлично! Ты уверена? Очень серьезно решишь. Форпост, да. Я думал, этот... Хорошо, форпост. Лол. Я испугался, что она хочет здесь базу открыть. Так. Здесь... И... Можно, кстати, вот вместо этого место поставить вот здесь. Вот здесь я хотел еще форпост поставить. Что это за место такое интересное? Так, еда. Со мной пойдешь сюда. Оп. Так, сюда. Обыщем эти места. Еда у нас теперь вся залазит. Теперь все прекрасно, блять, это хорошо. Сюда еду, к сожалению, не скинешь. Ага. Оп. Теперь сюда. Так, попробуем сейчас вот эту вот посмотреть штуку, которая сзади находится. Как делишки? Толпа зомби на хвосте. Ну как толпа? Тут один дебил, еще один дебил. Так, в принципе, все нормально. Оп. Вон их подстрелить, если что. Так, и вот это место я хотел зафорпостировать, чтобы нам со спины не приходило. О, там уже бежит женщина, блядь, с постертыми объятиями. Такая, давай целоваться. А я такой, не хочу. А ей все равно. Она хочет. Вот, кстати, внутри есть еще зомби. Сейчас стамину тогда подкоплю немножко. Кстати, кодовый замок висит, лол. Привет. Ладно, залетаем. Здорово! Выходите по одному, с поднятыми руками, желательно. Не кусайте. Еще двух, нихуя вас тут. Ну-ка даже не думай. Ай-яй-яй. Все, стамина мало. Отступаем, отступаем, отступаем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И наступаем теперь. Готово. Еле справился. Надо пилсы кушать, у них мало теперь. Жизни, жизненной силы. О, то, что нужно. Так. Альт. И нельзя. Почему? Ваше здание вы строите организуется... Так, ваша база в здании, где вы строите, организуется форпост. Уже организуется, типа, поэтому нельзя, что ли? Ну ладно, во всяком случае, я хотя бы проверил это место. Здесь форпост строить можно, и хорошо. Ничего не найдено, зашибись. Топливо, которое мне не нужно. Почему бы и нет, да? Игра, действительно. Или сейчас я ничего не найду. А, нет, что-то нашел. Ну, естественно, я нахожу то, чего мне не нужно постоянно. Хочешь? Не надо, все равно найдешь. Вообще похер игре. Мне говорит, пофиг. Ого! Вот это подарок под пальму, конечно, сейчас был. Ничего себе. Машинка, давай-ка мы с тобой немножко прокатимся. Как делишки? Ага. Да-да-да-да-да. Ай. Ай. Блять, не пролажу. Подожди, ты что шутишь? Это защита такая, что ли? Так, подожди, ладно, вот сейчас я не залажу. Вот сейчас, ага, все. Кромбл Уайт все-таки удосужился пролезть в дырочку. Молодец, Кромбл. Так. Ой, у меня еды с собой столько. Господи, у меня с собой столько всего. Вы не представляете, ребят. Вы сейчас так счастливы будете. See you back at base. See you later. See ya, see ya. Так, еще. А, надо дольше держать. Так. Окей. Так, сюда. Отлично, 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 блядь. Я как раз сейчас потратил очень много всего. Поэтому пускай будет так. Все, я поехал. Сейчас столько всего вам напривожу. Ох, залюбуйтесь просто. Так, подожди, может, все-таки можно форпост? Ну, пожалуйста, игра. Ну, форпост. Ну, форпостик один здесь. Тыкнуть, нет? А, еще идет время, я понял. Там осталось 4 деления. Было намного больше. Ладно. Сейчас отвеземся тогда, посмотрим, что там у нас... происходит. Можно за необходимыми этими инструментами сбегать, которые нужны для строительства, чтобы стройка быстрее пошла. Так, здесь можно скинуть все, что мне не надо. Опа! Вот и принес я тут дохера всего. Вот эта заправка опять не залутана, якобы. Можно с ней, кстати, попробовать еще немножечко по... О, не, слышите, я передумал. У нас тут много чего-то, ребята. Не хочу с вами драться. И бог, идите в жопу. Идите в жопу. Так, а почему... Ага, я знаю, почему не строится. Ебать. Иди за мной, иди за мной, иди за мной, иди за мной. Чё ты остановился? Эй, 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 эй. Мистер, мистер, мистер. Не бей! По машине только не бей. И чё ты встал?
Слышь? Пошли, 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 пошли за мной. Ну ты тупой. Блять. Я шину пробил себе две штуки. Ни хрена себе. Я не знал, что такое возможно. Но его я же не убил, естественно, не убил. Блять, я без двух колес. Что за херня? Ладно. Так, вот сюда мы поедем сейчас. Надеюсь, ребята справятся. Потому что там форпоста нету вблизи. Вот сюда поедем. Надо машину поменять теперь. Она еще больше теперь себя плохо чувствует. Еле едет. Но, в принципе, она то, что надо сделать, сделает. Так, окей, я еще здесь два материала буквально. Нет, это плохо. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Я поехал. Все. Шутка, шутка была. Все, я поехал. Хватит. Не надо ко мне подходить. Так. Блять, как же я долго еду. Я могу отманить, кстати, за это время, пока я буду сейчас переезжать. О боже, она еле реально едет. Кошмар просто. Не прыгай. Сейчас найдем тачку какую-нибудь грузовую, желательно. Здесь, кстати, тоже есть то, что мне нужно. Сколько здесь зомбей? Кошмар. Она еще громкая, наверное, из-за того, что... Да, она, по-моему, звуки издает теперь при езде. Такие же громкие очень. Так, вот я, собственно, и нашел мне замену машины. Не трогай эту машину. Вот, вот эту можешь кусать. Эту не кусай. Она новая. Ну, блядь, я только взял ее. Кредит. Понимаешь? Зачем ты ее бьешь? Блядь, теперь на моей точке столько зомби. Ты сходишь к выжившим, о котором я говорила? Схожу, но ты видишь, что у нас есть проблема поважнее. У нас сейчас самое важное разобраться вообще с нашими ребятами. Потому что ты же понимаешь, что может быть важнее, чем другие ребята. Это наши ребята. Сначала наши, вот потом каких-нибудь других. Поехали. О, здесь опять, кстати, строительный лут появился. Я буду брать с собой много, потому что, ну, вы понимаете, почему. Кто-то там бегает. Листовой металл нашел. Так-с. Ничего, ничего. Подтверждаю, все чисто. Ну как чисто? Так себе чисто. Давайте, ребята. Ух, нихера он запрыгнул. Так, я вылезти хочу. Да выпрыгни! Да ёб твою мать! Опа! Я прыгнул и не прыгнул. Выпрыгни! Пожалуйста, спасибо тебе огромное. Господи Иисусе, ты сейчас просто молодец. Как же ты справилась, невероятно. Еть, 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 еть. Листовой металл, листовой металл. Так. Теперь надо уезжать отсюда, потому что они мне теперь мешать будут. Ну все, типа. Одну деталь за раз. Видите, сколько зомби в этом городе? Их просто жесть, как тучи, тучи. Темные. Просто не пробраться через них теперь так просто. Так, жирный зомби куда-то свинтил. Это хорошо. Так, здесь нужно, видимо, листовой металл принести, да? Готово. Ага. Проблема с боевым духом, страх и злость. Блять. Сколько заданий, кое с кем нужно пообщаться, пообщаться, боевая подготовка. К нам идут толпы, ребята. А форпост еще не готов, получается, что ли? Ловушки на нем не поставлены, или что? Мистер форпост. Ловушки поставлены, они, надеюсь, они сработают. Мне осталось еще два места, которые я не обустроил. Я вот думаю, что поставить бы туда такого интересного. Механическая штука. Да, вот мастерская есть, хорошо. Кухня есть, мастерская есть, лечилка есть, семейный обед, запас энергии, это библиотека, научные принципы, урожай, оставим, значит, библиотеку и урожай, огород построим, огород и библиотеку, библиотека, библиотека, вроде все, больше ничего нам и не нужно, в принципе-то. Построить библиотеку. Да, все, библиотеку еще. Все, и получается, что нам из всего основного больше ничего не нужно. Уже все мои материалы улетели опять. Счастливым образом, да. Ну хорошо, теперь, дорогие подписчики, наверное, давайте пока что на этом закончим. Продолжим уже с вами следующую серию. У нас опять дохрена дел, вот как видите... Медкабинет уже построился, их потом еще надо будет всех улучшать и все такое. В общем, дело у нас не в проворот. Видите, она прям на ровном месте устает уже, действительно. Ей нужно ее на что-то менять нужно. Ладно, дорогие подписчики, давайте увидимся в следующей серии. С вами был Кромвел, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.